темного властелина вторглись в Рох. Покажите, чего вы стоите на деле, жалкие черви. Те свиньи, которых мы послали на Рохан, ничего не стоят. Им надоело безвкусное мясо, и они сожрали своих рабов. Теперь нам придется гнать туда новых на замену. Да глядите, чтобы они добрались туда живыми. А, я за ним пригляжу. Да, мы ими займемся. А если мы проголодаемся, то мы просто... Я сказал, живыми. Разуйте зенки, вы, быдло бельмастые. Если не можете справиться сами, подготовьте еще воинов. Валите, пробирайте через болото. Я оставляю вас здесь, бесполезные ублюдки. И попробуйте только не управиться. У меня есть дела поважнее, чем защищать жалких рабов. Шевелитесь, подонки! Пошел! Шевелись! Задача исполнена. Я спешу, как могу. Прекрасная мысль, господин. Ох, мудрый господин. Прекрасная мысль, господин. Служу тьме. Хлещи кнут. Хочу мяса. Я жажду крови. Строительство закончено. Задача исполнена. Сейчас, господин, я уже бегу. Пощады! Я спешу, как могу. Строительство закончено. Задача исполнена. Строительство закончено. Строительство закончено. Задача исполнена. Вперед! Пощады! О, что прикажешь? Прекрасная мысль, господин. Нам нужно больше надсмотрщиков.
Строительство закончено. Задача исполнена. Резервы руды на исходе. Воли Саурона! Дайте мне мишень! Дайте мне мишень! Дайте мне мишень! Да? Хочу мяса! Время крови! Крови. Да, время краса. Время крови. Хочу мяса. Хочу мяса. В чем дело? Дайте мне мишень. Я хожу крови. Я чую добычу. Я чую добычу. Готов? Время крови. Служу тьме. Я жажду крови. Дайте мне мишень. Хочу мяса. Готов? Дайте мне мишень. Добыча близко! Дайте мне мишень! Иду! Добыча близко! Я жажду крови, служу тьме. Хочу мяса! Хочу мяса! Я иду!
Слушаю. Чинами ваших воинов слушаю и подчиняюсь. Готовьте луки. Да. Служу тьме. Служу тьме. На ваших воинов Иду. Напали. Я жажду крови. Я иду. Служу тьме. Спешу, как могу. Спешу, как могу. Да? Я жажду Время крови. Крови. Готовьте луки. Я жажду крови. Ты ничего не слышал? Твоя воля — закон. В чем дело? В колодце слушаю и подчиняюсь. Слушаю и подчиняюсь. Резерву без расходов. Иду. В чем дело? Хочу мяса. Слушаю и подчиняюсь. Выступаю. Слушаю и подчиняюсь. Да, иду. Отправляюсь немедленно. Иду. Слушаю и подчиняюсь. Я иду. Время. Я иду. На ваших воинов овали. Иду. Иду. Бью без промаха. Время крови. Я иду. В чем дело? На ваших воинов напали. Я жажду крови. Время крови. Я иду. Вперед кнутом его! Я иду. Да? Как ты скажешь? Иду. Наших воинов напали. Как прикажешь. Готовьте луки. Служу мне. Служу мне. Дайте мне мишень. Дайте мне мишень! Кнут учит! Пошел! Я чую добычу. Дайте мне мишень! Да, иду! Готовьте луки! Хитро придумано! Я чую добычу. Выступаю. Время крови. Иду. Готовьте луки. Чем могу служить? Время крови. Иду. Я чую добычу. Хочу мяса. Слушаю и подчиняюсь. Выступаю. Иду. Выступаю. Иду.
Я чую добычу. Я чую добычу. Я иду. Готовится. Я иду. Выступаю. Готовьте луки. Я жажду крови. Готов. Спешу, как могу. Слушаю и подчиняюсь. Гляди лучше. Вперед! Шевелись! Служу тьме. Я чую добычу. Выступаю, как прикажешь. Иду. Чем могу служить? Я чую добычу. Чем могу служить? Иду. Слушаю и подчиняюсь. Как прикажешь. Как прикажешь. Иду, выступаю, слушаю и подчиняюсь. Выступаю, иду. Иду. Я иду. Иду. Как прикажешь. Хочу мяса. Иду. Хочу мяса. Служу тьме. Я иду. Выступаю, выступаю. На ваших воинов напали. Я жажду крови. Да? Я жажду крови. Как прикажешь, выступаю. Хлещи, кнут, не отдыхать. Да? Я жажду. Служу мне. Добыча близко. Спешу, как могу. Иди лучше. Шевелись. Служу мне. Иду. Я жажду крови. Вперед! Вперед! Хочу мяса! Да? Служу мне! Да? Я чую добычу. Как прикажешь.
Слушаю и подчиняюсь. Выступаю. Выступаю. Слушаю и подчиняюсь. На ваших воинов напали. Выступаю. Иду. Я иду. Да, я жажду крови. Кто там соскучился по кнуту? Я жажду крови. Служу тьме. Служу тьме. Я иду. Служу тьме. Я жажду крови. Иду. Готов. Я чую добычу. Гляди лучше. Кто там соскучился по кнуту? Не бей меня. Кто там соскучился по кнуту? Вперед! Вперед! Задача исполнена. Получилось, получилось. Я так скажу, надо бежать, пока мы не оказались кое-у-кого в брюхе. Я вижу, прибыли новые рабы. Как раз поспели к обеду. Благополучно перебравшись через болото, рабы добрались до лагерей армии Мордора в Рохане. Благодаря тому, что заставы противника на болотах были уничтожены, стало существенно легче присылать подкрепления и подвозить провиант.